В этом году ситуация, как бы она с начала года складывалась, довольно сложная, и не проводились торги по, или они проводились, но многое не состоялось. Соответственно, что застройщики и генподрядчики не выходили на эти контракты, потому что они были убыточны. Сложно она остается и по комплектации оборудование, потому что по импортным позициям, как бы те, что были в прошлом году застройщики, что касается жилья, там были запасы определенные, были заключены контракты, и как бы те жилье закрывается у нас, и как показывает у нас отчет вот, за 6 месяцев, там 515 тысяч введено жилья, вот, и тут и подросло индивидуальное строительство, и многоквартирных домов, то есть это идут заделы прошлых лет. Но, к сожалению, говорить, что мы опять тут и в строительстве жилья, впереди планеты всей говорить нельзя, потому что если смотреть на незавершенку, то она у нас с каждым годом сокращается. Если мы начинали там 5 лет назад, у нас в пределах 1,5 миллиона было незавершенного строительства, а сегодня у нас там 630-640 тысяч в стадии строительства жилья. Это о чем говорит, что да, мы в этом году, наверное, опять выйдем на тот объем, что был в прошлом году, но следующий и там 23-24 у нас будет резкое падение ввода жилья. Многоквартирного, я имею в виду. К чему это приведет? Ну, наверное, это приведет и к удорожанию на рынке, раз будет не хватать жилья. Поэтому сегодня как бы, ну, надо отдать должное нашим застройщикам, что они не срывают хотя бы те объемы и строительство жилья, которое начато, и там у нас потому что стоят за этими объемами дольщики стоят. Но сегодня хоть они защищены там, банковскими гарантиями и экскроу-счетами. Но все равно как бы, вот, в других регионах такие моменты уже наблюдают, что многие застройщики как бы, вот, заморозили свои объекты или продляют сроки строительства данных объектов. Конечно, это не на пользу дольщика. Есть ли у нас строители, которые, может быть, были вынуждены свернуть свою деятельность или там обанкротились? Ну, пока, дай бог, таких у нас не наблюдается. Сложности, как я уже сказал, есть, но до банкротства пока еще у нас таких организаций нету, я думаю, что не дойдет. Наши основные застройщики все свои обязательства выполняют перед дольщиками, перед банками, как бы. Поэтому здесь как бы вроде особо нету. Есть проблема, как бы она давно у нас эта проблема, проблема с землей у нас, что недостаточно земли в городе. И наши застройщики активно как бы уходят в другие регионы. Это Новосибирск, Москва, там другие регионы, где более развитый рынок, более платежеспособное население. Хотя, в принципе, за вот эти последние 2,5 года цены на жилье в Алтайском крае тоже подскочили довольно серьезно. И если продавалось 3 года назад, там средняя цена у нас была там 40-50 рублей, то сегодня уже как бы дошли цены к 100 тысячам за квадратный метр. Что, соответственно, это не соответствует как бы платежеспособному спросу населения Алтайского края. Поэтому рынок будет сжиматься в этом направлении. И здесь, если вы как бы дальше, все равно затраты растут у застройщиков, это стоимость, как я уже говорил, материалов и другие как бы затраты. Соответственно, будут смотреть, если и с землей будут такие проблемы, конечно, рынок будет сворачиваться. Город сейчас занимается плотной там новым генпланом, но новый генплан, в лучшем случае, мы получим его в следующем году, а земли, которые мы там вот планируем, это в районе аэропорта, это еще в лучшем случае там через год. Поэтому сегодня застройщики выживают самостоятельно, решают проблемы, опять же, самостоятельно за счет того, что свободных земель нету, это решение проблем точной застройки с выкупом земельных участков каких-то, значит, в городе Барнауле. Вот это такая ситуация складывается. 2 или 3 такие крупные застройщики ушли вообще как бы с рынка Барнаула. Вот кто-то прекратил свою как бы работу с учетом, что новое вот это банковское финансирование проектное, оно тоже как бы ограничивает круг застройщиков, потому что не всех застройщиков банки финансируют. Останутся 5-7 крупных застройщиков, в принципе, так они и есть. Сегодня там возникают некоторые фирмы, которые там берут 1-2 дома, значит, ну, они погоду как бы не делают, поэтому
Поэтому с учетом, что все-таки, как я говорил, есть определенные проблемы с проектным финансированием, как бы, и банки не всех кредитуют, поэтому на рынок, вот что завтра мы там получим новых застройщиков, это сложно. Поэтому здесь все, как бы, если раньше застройщик имел какое-то количество собственных оборотных средств и мог начинать стройку с учетом того, что он мог напрямую привлекать средства дольщиков, то сегодня он этого не может начать, а собственных средств построить дом там за 500 миллионов рублей, наверное, таких у нас мелких застройщиков нету. Останется у нас, к примеру, 5-7 крупных застройщиков. В глобальном смысле, чем это чревато для экономики региона? Если мы брали, допустим, у нас их было там 15-20 застройщиков, то вы же понимаете, есть определенная конкуренция, да, то есть чем больше конкуренция, там, тем как бы ценовой разбег на те же квадратные метры будет довольно шире, да, это, конечно, на пользу будет играть нашим жителям, да, а когда монополия и рынок сжимается, просто цены будут подниматься и возможность маневрировать как бы здесь нету, конечно, это хуже будет нашим как бы жителям, вот могу я так резюмировать. Появление единого стройзаказчика. Что скажете, облегчило вам это жизнь? Ну, его, как такового, он единый у нас не получился, как бы, единый стройзаказчик, он пришел, как бы, но в Минстрое они выбрали позицию такая, что они определенное количество объектов набрали себе, там, допустим, 20 объектов, и ими занимается Минстрой. Остальные же крупные объекты остались по отраслевым. Минздрав, Минобры, Минсоцзащиты, как бы, они там остались. И в каждом, как бы, министерстве есть свой там мини-ОКС какой-то и занимается. Конечно, мы, как бы, говорим о том, что если единый заказчик, то он должен забрать все крупные объекты на себя и заниматься как бы профессионально этими объектами. Сегодня уже у нас складывается ситуация, что Минстрой как бы занимается вот этими 20, я так просто примерно говорю, а остальные министерства сами по себе. Естественно, квалификация тех сотрудников, которые есть, не хочу там ничего плохого сказать, но она все-таки недостаточна, чтобы в полной мере как бы отвечать вот тем вопросам, чтобы работать с генподрядчиками как бы грамотно, чтобы те заказчики могли грамотно, то есть находиться именно в сфере тех нормативных актов, которые сегодня в Российской Федерации, в Алтайском крае формируются, отвечать вот этим всем. То есть, если мы бы создали большой, крупный, единый как бы, заказчик, который бы взял на себя все крупные объекты, оставил бы там, допустим, мелкий капремонт там только министерством, пусть бы они занимались, конечно, это было дало бы плюс. То мы сегодня раздали уже абсолютно мелкие все объекты, да, муниципальные. Ну, что такое выступает заказчиком заведующая детским садом в каком-то районе. Но это глупость какая-то, это несусветно, потому что она не понимает в этом ничего, она всего боится. Значит, поэтому, естественно, и подход к этому делу. Ну, я вроде что-то сделал, выдал какие-то документы там на аукцион, там, а что там будет, как дальше будет, специалистов нет. Поэтому мы выходили с идеей, что укрупнить даже, допустим, краевые объекты, это Минстрой, а где-то в районах, чтобы тоже создали. Мы развалили службу полностью в районах, там сегодня нету строительных отделов, которые бы, ОКСов, которые бы занимались бы вот этими объектами, капремонтом. И у нас сегодня как бы отдано все это на руководителей тех подразделений, там больниц, школ, детских садов, там библиотек. Ну, это просто как бы неграмотная документация составлена, она никакая как бы. Соответственно, генподрядчики не идут на эти объекты, идет невыполнение плана.